Так, ребятки, какой самый идеальный способ посмотреть город? Разумеется, сделать это на велосипеде. Я не перестаю следовать своим традициям, начиная свой путь с какой-то интересной площади. Ну и заодно и вы посмотрите. Плаза Белла Вилла. Сказать, друзья, кайф. Просто кайф. Велосипед, конечно, фуфло. Сегодня мы уже с вами здесь были. Прокатимся еще раз. Красиво. Посмотрим, что за этой стеной, и поедем дальше. Риша как раз сейчас внутри. А я покатаюсь. Мы сейчас спускаемся к реке.
Арка. Громко сказано, но это не значит, что я не должен сделать свой традиционный жест. Ну что, видели шикарную испанскую речку? Поехали дальше. Класс, красота. Какие могут быть достопримечательности лучше, чем вот так просто взять и проехать? Прекрасно, просто чудесное место, просто очень клевое. Замечательное место. А это стадион Атлетико. Представляете, дорога прямо под трибунами проходит. Флора здесь замечательная. Ну, а дворы так себе. Замечательно просто. Красивый мост. Thank you.
попробую поехать вон по тому мосту обратно. Вот такой на память себе виртуальный тур. Очень клево. Я не знаю, что говорить. Просто смотрите. И я буду просто смотреть. Как бы теперь на этот мост попасть? Вчера наверняка эти фонари горят. Здорово. Что ты гонг? Данке. Красиво. Отдохну немного. Вот так детей приучают к спорту с самого детства.
Такая же фигня, как и у нас. Я не знаю, что это такое. Называется Матадеро. И такая себе территория. Ходят люди. Может, это стадион? Какой-то развлекательный комплекс. Реку из реки сделали дамбу, вон, если вы видите, специально, чтобы могли тренироваться гребцы. Ну и как вам? Молодцы. Вот отсюда и любовь с велосипедом. С самого-самого мелкого детства. Очередной парк. Тут все полным-полно детьми. Вот он, игра престолов.
потом любовь. Все, что хотите. Вот он как вам Мадрид. Чудесно. Просто чудесно. Вот, а вот штаб-квартира Репсола. И там даже какие-то стоят мотоциклы. Да я видео снимаю просто. Вот, наверное, мотоциклы чемпионы. Клево.
еще один какой-то парк. Работают до 10. Здорово как по этим дорогам ехать. А вон там, ты знаешь, паровозик. Это не паровозик, а веловозик. Собор какой-то симпатичный.
очередной парк. Какая же это красота! Смотри, Кирилл, смотри, Кирюша, дорогой. Как развлекается молодежь. Не то, что в мое время. Ты должен развлекаться за нас. А мы посидим немножко, отдохнем. Имеем право. Вот так. Вот так вот. Хорошо. В Мадриде. В пятницу вечером. А это вокзал и центральная площадь, и площадь перед вокзалом. А это у нас и есть музей Прадо. А памятник это почему-то Веласкесу. Завтра мы сюда обязательно придем. Thank you.
отель Ритц слева. Вот музей Прада. В общем, не поймешь, где там у них музей Прада. Ну да, нарушаем немножко. Дос де Майо. Еще какой-то симпатичный монумент. Такое количество мотоциклистов. Это вот очередная площадь, к сожалению, я не знаю их название, не лень смотреть, но здание, как вы видите, просто шикарное и величественное. Это то здание, до которого мы сегодня не дошли, Сережа. Сюда, мне сюда не надо.
пешеходная улица. С табаками. Не то, чтобы проехать. Пройти не видно. Снова медведь. Yeah,
девушки какие на сальсу приготовились. Вот как я объехал по Мадриду.
как здесь евро? Здесь мы сегодня обедали в ресторанчике. Ну, сначала включи сам телевизор, а теперь включи тот второй пульт, тоже нажми на красную кнопку.
да. И жди, жди, да, и жди, потому что он долго загружается. Чего? А, сидит? Ну, выгоняй его скорее. Я говорю, выгоняй его скорее. Mm-hmm.